Немцы перестраховались и остановили автобус с российскими детьми. Полиция Берлина остановила неисправный туристический автобус, перевозивший 40 российских детей. Об этом в среду, 28 марта, сообщает ДДБВ. Автобус задержали 26 марта на выезде из германской столицы. Стражам порядка он показался подозрительным, поэтому они отогнали его на таможенную базу Дрейлинден. Специалисты проверили транспорт и заявили, что он находится в аварийном состоянии. Не работали левый передний и правый задний тормоз. Бензобак болтался и мог отвалиться в любой момент. Все тормозные диски были полностью стерты. Подвеска переднего моста сломана. Оглушитель настолько поврежден, что мог в любой момент вызвать возгорание. Детей разместили в гостинице, но позже они смогли продолжить путешествие. Учительница, сопровождавшая школьников, выразила недоумение по этому поводу. По словам педагога, не стоило их задерживать из-за мелких неисправностей. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.